если Потанхан... Дорогие друзья, всем привет, с вами Дмитрий. Оп, поправим немножко. Все хорошо. Шымкентский канал, и мы сейчас находимся в хостеле. Позади меня стоит Рамзес, договаривается насчет транспорта. Все, спасибо большое. И мы сегодня едем опять снова в пещеру, in cave, and Dead Lake, мертвое озеро. Что ж, посмотрим, что будет дальше. Я думаю, будет очень интересно. С нами сегодня трое человек. В дальнейшем мы их с вами познакомим. И вас с ними. Собственно, мы уже выехали в село Вановка, ныне Турар-Рыскулово. Едем сейчас по замечательной трассе, хорошая ровная дорога. Еще, конечно, не до конца доделана, но уже что-то, по крайней мере, приятно ехать. Все наши ребята в машине, все хорошо. Собственно, саму дорогу, наверное, уже показывать не буду. Вы уже ее видели не раз, я думаю. Может быть, если будет что-то интересное, обязательно отснимем сегодня, как я когда-то и обещал. Но обещал я это, если мы поедем на ночную рыбалку. Собственно, мы до сих пор на нее не выбрались. Не знаю, выберемся или нет уже этим летом, либо, может быть, по осени. Но сегодня в пещере мы уже поработаем с ночным видением, то есть с ночной съемкой. Я думаю, кадры будут очень интересные. Не забывайте подписываться на канал, это внизу, ставить лайки, палец вверх. И следите за новостями. Мы приехали в Вановку, это у нас пещера, полностью все при нас, рации, веревки, фонари. Сегодня наши друзья с Франции, и мы приехали для того, чтобы показать им наши красивые места. Первое красивое место — это заброшенная пещера, да. Шахта, штольня. Нет, во-первых, первое позади нас видит Ахтуджа-Баглы, буквально 20 километров, и мы уже в Ахтуджа-Баглы. Ну, это следующий раз. Сегодня у нас план — это посетить очень страшную пещеру, которую, собственно, вы уже не раз видели. Там будет, не знаю, где-нибудь, если будет ссылочка, если ссылочки не будет, посмотрите фильм «Спуск», вот это точно так же. Это третий фильм «Спуска». Вот, а потом едем на озеро, мертвая пещера, ой, мертвое озеро, мертвая пещера, мертвое озеро. И чтобы посетить второе наше место. День начинается, все только начинается. Приключения, мы идем за вами. Раз, раз. Все. А еще... Ты взял сетевой кабель? Да. Он очень крепкий. Так, следующий. Окей.
What was there before? Ну, это как бы первая просто маленькая комната. А, ты хочешь, чтобы страх был? Как в фильмах ужасов, да? Убежал, когда мы приехали. Сюда жена вроде была. Первый поворот. Да, да, да. Сейчас меня утащит кто-нибудь. Так, аккуратно. Аккуратно. Дорогие друзья, мы находимся в нашей пещере. Отсюда репортажей было немного. Сейчас находимся с нашими друзьями. Собственно, вы их видели уже на видео. Блин, тут обалденно, особенно если снимаем мы в ночном режиме нашем. Собственно, так более жутко. Ну, в принципе, тут здорово. Я не знаю даже, что сказать. Очень красиво. Много, конечно, сталактитов сбито уже, но это круто. В общем, вот такие пироги. Друзья, если вы хотите выезжать почаще в такие места или хотите попасть в эту пещеру, обращайтесь ко мне или к Рамзесу напрямую. Под видео есть ссылочки на наши контакты, естественно, на Рамзеса и на мой. И я думаю, через них мы уже сможем с вами связаться. Кому трудно, пишите в комментариях, без проблем, ответим всегда все, все при всем. Оу, как там? Отлично, я вас вижу, снимаю же. Алло, как там у тебя? Слышишь меня? Естественно, я тебя и так слышу. А вот так слышишь, слышишь вот так меня, вот так меня слышишь? Так, аккуратно. Куда ты пошел? Наверх. Нет, дядь, давай. Не надо наверх.
чуть-чуть посмотреть хотя бы, что там происходит. Я же не буду залазить. Я посмотрю. А зачем ты отсюда пошел тогда? Не, я просто лазил. Пока что. Рамзес, it's Russian Bear Grills. Я тебе сказал, ты туда не полезешь. Короче, если кто-то это увидит. Меня зовут Рамзес. И это грёбаное веселое путешествие в пещеру. Тим, прием. Слышу. Меня на связи, хорошо? Я буду пытаться... На связи, не волнуйся. Тут шикарно слышно. Ты и наши голоса слышишь, и мы тебя шикарно слышим. С Богом. Выйдем, я это запомню надолго. Я уже, прикинь, там снимаю типа... Отсюда ты не пройдешь. Здесь скользко. Я уже снимаю там видео, что все. Я люблю маму. I love my parents. Бай-бай. Аккуратно. Помогай. Опа. Все, все живы, здоровы. Спасибо, прикинь, я забыл путь. А теперь ты на себя просто посмотри. Нет, прикинь, я лез вон там, а там идут развилка. Two ways and after 10 meters again 2 meters. Again 2 ways. Again. I see my way. I cannot exit. Where is my exit? Это капец, мандраж такой, сердце. Тук-тук-тук-тук, я не могу найти. Я главное вас слышу. Я главное вас... I hear you, but I cannot find you. Oh my god. Главное везде вот закрытое, понимаешь? Везде вот закрытое. И везде вот такие лазейки еще вниз. Короче, не, туда можно пролезть, но надо везде маркером ставить, писать. Маркеры, нужны веревки. Нормальные. Нет, без веревки можно, но маркером везде писать. Я бы без веревки... Узкие вернулся. Проходы есть? А там все узкие. Ну я не там пролезу, все, короче, понял, я да. Вот так пролазил. Там все узкие проходы, только нужно маркером писать. I wait here, там, here, again, next place here. Угу. Ну а что самое интересное, везде мусор. Больше везде, ты сюда не полезешь, везде, я так понимаю. Везде багажки, all of them place garbage. Теперь я знаю, что там люди тоже. Ну естественно. People come and people go. Я еще раз хочу такой. Again? Да. Че, дальше пойдем? Или как? Да, можно. Ну ты узнай у ребят, хотят ли они дальше. Объясни, что дальше только просто ходы. We go to the dog and the return. Okay? Yeah, okay. Все, проходите. Да это пипец. Нужны все подготовленные. Мы сейчас находимся в пещере, собственно. У меня уже небольшая отдышка. Вы уже видели путешествие Рамзеса. Я думаю, это было весело. Я сам, конечно, не посмотрел, но после монтажа, значит, посмотрел. В общем, сейчас Рамзес с ребятами... Ушел чуть дальше, где надо идти ползком. Я туда уже не иду. Мне это просто тяжело. И, в принципе, мне это не сильно надо. А так все очень весело, ребята. Атмосфера классная. Кое-где даже жутковато, когда ты сидишь один в темноте, в темной пещере. Это здорово. Пещера, друзья, пещера. Это будет, наверное, первая все-таки серия. Нам сегодня... Обалденно повезло, спасибо нашему шикарному водителю Шухрату на его замечательной Тойоте, он герой, столько проехать, в принципе недалеко, но хорошо, да, хорошо. Что бы еще хотелось сказать, спасибо, что смотрели, досматривайте дальше, я даже не знаю, хорроры у нас пока не получаются, но вот как-то так. Хотя, с другой стороны, очень интересно. Хоть это и пещера уже третий раз в кадре, да, на нашем канале. Сейчас дождусь ребят. И я думаю, уже будет выход. Оттуда мы двинемся уже
на Мертвое озеро. А Мертвое озеро, собственно, друзья, уже будет в следующей серии. В прошлый раз, когда мы были с Уком, с нашим другом из Кореи, путешественником и просто хорошим человеком, мы были на Мертвом озере. Вот здесь вот, вот здесь будет это видео, да, я обязательно вставлю, можете посмотреть, кто не видел. Но мы попали на, так сказать, ну на маленький кусочек до этого озера, немножко подальше от вообще прекрасной красоты. Сегодня мы проедем прям до того места, о котором все говорят. Рамзес, рация ловит. Че, идете? Прием. Слышно, слышно. Тим, ты меня слышишь? Связь есть? Тим, ты меня слышишь? Я тебя не то что слышу, я тебя вижу. Тим, ты меня слышишь? Тут какие-то монстры. Эти монстры, это мы. Тим, ты меня слышишь? Прием, Тим. Слушай, я тебе говорю, я тебя вижу, я тебя не только слышу. Какие-то монстры. Not fun for me. Я действительно испугался. Сам захотел туда полезть? Нет, я-то интересно было. Я дальше шел. Ты сказал, что ты там цвет видишь, да? Чего? Не сказал? Ты же говорил, да, свет. Нет, как бы сказать, свет просачивался, но я чем глубже шел, тем его не было. Факт в том, что отсюда, видно, эхом доносилось, я вас слышу, но найти не могу. И это, знаешь, как пугает. Когда вот так, как бы тебе сказать, когда вот так смотришь и ход не видишь. Но я вас слышу где-то, понимаешь, но не могу найти. И ход туда, ход сюда, и все глубже. Я просто чересчур глубоко спустился. Да. Я реально чересчур. Я спустился, потом резко вот так. Я видел еще ход вниз. Там еще ход вниз есть. Там ход еще вниз есть. Но я просто я побоялся. Я вот все снимал. Нет, это реально. Одежда тоже? Это is not fun. Это не смешно. I'm so scary. Find you. Where you? I'll die here. Я бы так бы не нашел. Это вообще, блин. Там очень много ходов. Ходов много. Нет, можно туда спускаться, но нужно метки ставить. Да, обязательно. На Мертвое озеро. Dead Lake? Да, давай, let's go. What's the time? 1:00. Сколько? Час? Да. Отлично. Сейчас пока доедем. Да. Еще час. We spend 1 hour. Не, ну до него не час ехать, конечно. Ну, 30-40, да? 30-20. Maybe I do the photo? All group. Давай. Давайте, вы здесь встаньте, подсветите себе как-нибудь. Окей. Все, 1, 2, 3. Один. 1 more. Не то место.